Приветствую всех любителей игрушек из киндер-сюрприза. Сегодня на моем канале очередное новое видео, и в этот раз видео посвящено мотокойотам. Ну, такая серия выходила в 2004 году во многих странах Европы, но, к сожалению, не у нас в стране. У нас в России такой серии не было. Приходилось привозить ее всем из-за границы. Вот подобные коробочки с яйцами на дно. Коробочка на 3 яйца, в которой внутри была гарантированная одна игрушка из 3. Вот. В одном из 3 яиц обязательно была игрушка этой серии. Вот, ну, вот здесь вот как бы два вида разных, да, видите, здесь разные рисунки на коробочках. Ну, это вот только из одной какой-то страны. Естественно, стран больше, и подобных коробочек существует намного больше. Вот. В Германии были, да, ну, там. Kinder Überraschung называется, да, не буду уж там отвечать точно за произношение, да, ну, так вот, как привык называть. Ну, и вот, как минимум, вот три разных вкладыша есть. Вот есть мотокойотес, да, на конце мотокойоте, да, здесь вот ди мотокойота, но это уже немецкое, то есть вот есть разные варианты, соответственно, и вкладыши, ну, то есть вот тут. Лишний раз говорит о том, как много стран, да, где это все выходило, ну и где-то что-то отличается. Это для тех, кто собирает, ну, всевозможные разные вкладыши. Вот. Ну, а мы, наверное, давайте еще раз поближе покажу покрупнее коробочки просто и перейдем уже к самим игрушкам. Вот. Ну, эти две коробочки, они вот здесь абсолютно похожи, хотя вот были, ну, возможно, даже в одной стране, я этого точно не знаю, да, то есть, вот, какие с тех времен давних, вот в те года, 2004-2005, откуда-то привозили, вот покупал, вот остались такие коробочки, ну, немножко чем-то отличаются. Ну, да, здесь тоже отличаются. Не, ну, возможно, из разных стран, ну, честно, вот уже даже не помню. Да, 10 месяц, 2004 год. А это вот второй месяц, 2005, да. Нет, наверное, из разных. Вот. В общем, такие остались. Но я знаю, многие собирают подобные коробочки. Ну, постараюсь в каких-то вот сериях, ну, да, вспомнил, что у меня есть тоже где-то залежи этих коробочек. Постараюсь тоже показывать вместе с сериями, когда буду делать обзоры. Так, ну, давайте теперь перейдем к обзору самих игрушек. Так, ну, давайте начнем обзор вот с такой первой игрушки. Такой койот. На таком самокате. Ну, тогда еще электросамокатов, пожалуй, не было. 2004 год серия. Вот, значит, я думаю, это просто самокат. Ну, в общем-то. Ну, естественно, самокат, ну, там можно его отделить. Ну, здесь вот закрепляется. Естественно, все это было отдельно в капсуле. Серия очень такая яркая, красочная. Нет, прикольная. Вот. Бывают серии какие-то блекленькие. Иногда бывают яркие. Но вот это вот из ярких. Так, переходим к следующей игрушке. Ну, давайте вот, ну, мотокойот, естественно, много будет фигурок койотов, ну, вот на каких-то, на каком-то транспорте, так, аккуратно скажем, да, ну, как у кого какие-то самокаты, мопеды, мотоциклы тут, вот, естественно, фигурка, ну, снимается с этого самоката, если надо, или с этого мопедика, вот. Ну, такие вот стильные расписные ребята. Так, идем дальше. Ну вот, да, вот это, например, уже что-то более похоже на такой посерьезнее мотоцикл. Вот такой вот мото-рокер. Тут уже все по-серьезному. Ну, естественно, тоже, да, как и все остальные, да, ну, естественно, можно его снять с мотоцикла. Ну, в принципе, довольно-таки несложно. Так, ну вот уже 3 посмотрели. Идем дальше. Так, ну вот теперь, ага, вот такой есть мотокойот на заправке. Давайте по отдельности покажу. Он как бы вставляется вот сюда, вот в эту подставочку. В эту подставочку сначала вставляется вот такая бензоколонка со шлангом. И в эту же рядышком вставляется и этот койот. Ну, чтобы было нагляднее, покажу их по отдельности. И вот тот койот так вот встал, облокотился на эту заправочку.
Ну, в таком, да, вот мексиканском каком-то стиле, да, судя вот по этим сомбреро, этим специальным таким шапочкам все это. Ну, так стильненько получилось, забавно. Ну, и вот как раз вот следующая игрушка, ну, вот она тоже из двух частей, так скажем, состоит. То есть, вот сама фигурка койота вот такого. И в комплекте к нему идет такой большой кактус. Вот такой кактус. Он собирается из двух частей тоже, да. Вот такая в комплекте фигурка. Вот. Койот вместе с кактусом. Так, дальше. Так, ну вот еще у нас идут очередные мотоциклисты. Тоже очень классно все расписаны. Краски прикольные. Разных всяких цветов. Ну, такие прям колеса широкие. Нет, классно сделано. Все супер. Серия очень прикольная. Очень жалко, что в России вот такие серии вот, ну, не выпускали. Приходилось все это вот мучиться откуда-то из-за границы заказывать. Да, ну, где-то покупать вот коробочки с яйцами. Собирать эту серию, мучиться. Ну, хотя вот сейчас как-то попроще стало, да, с продажами сейчас можно просто серию заказать, купить, вот, ну и раньше так можно было, но все равно, вот, как-то сейчас стало, по-моему, проще даже, да, чем было раньше. Раньше собирать было сложнее, из-за границы, вот, по крайней мере, серии, да. Так, ну, дальше, ну, уже немножко осталось, так, вот еще у нас вот такой, еще один мотоциклист. Практически вся серия, да, вот большая часть какие-то вот на мотоциклах, на самокатах, на мопедах, каких-то таких. Вот, ну. В принципе, они сами вот смотришь, да, тут даже говорить ничего, все ясно. Так, еще одна игрушка вот такая. Ну, наверное, здесь можно выше там поднять, ниже. Такой вот какой-то. Там, не знаю, старейшина койот или еще что. Возможно, может быть, существует какой-то мультфильм. Возможно. Я его не смотрел, если он существует, поэтому мне сложно ориентироваться. Я просто, как бы, да, вот вижу какие классные игрушки. Но, возможно, есть такой мультфильм. Может быть, все эти герои какого-то известного мультфильма, и тогда, ну, будет объяснимо, что это за герои, почему, кто, вот, с какими-то, да. Ну, я подозреваю, что это именно так, потому что просто так придумать вот такого вот старейшину с какой-то птицей, да, еще что-то. Наверное, просто так было бы сложнее, чем взять с какого-то вот мультфильма героев. Так, ну и вот уже последняя, 10-я игрушка. Вот такая у нас, ну скажем так, мотокойотиха, так ее назовем. Вот она с таким ящиком на него, вот, ну он так ногу ставит и как бы облокачивается на этот ящичек. Сейчас вот ящичек тоже покажу. У него ручка двигается. Такой ящик с инструментами. Так его назовем. Ну, только он, кроме того, что ручка у него, ну, болтается, ну, двигается. Ну, больше ничего здесь не открывается. Вот. Ну, а сама с гаечным ключом фигурка вот мотокойотихи. Вот такая. Ну, что, очень прикольные все фигурки. Давайте теперь я их все расставлю. Ну и, как обычно, посмотрим всю серию в сборе. Итак, вся серия у нас в сборе. Все игрушки расставлены. Вот такая вот полная серия мотокойотов 2004 года из Kinder Surprise. Видите, даже такой прикольный кактус. Я забыл сказать, да, что на нем сделан светофор. Видно, как раз вот для этих каких-то гонок, этих мотоциклистов. Вот. В общем, серия получилась очень удачная, очень красочная и очень качественно сделанная, прикольная. Вот. Ну, если у вас есть серия, то вы, наверное, практически все уже знали. Ну, а если у вас ее нет, очень рекомендую, очень классная. Вот. Ну, пожалуй, на этом все. Смотрите другие мои обзоры, всегда найдете что-то интересное и что-то новое узнаете. Ну, а на сегодня все. Всем пока!